Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Голограмма есть у нее. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Светлану в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Светланы поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Светлану, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она доверит, но я ее вижу через голограмму. Хорошо. Сканер, отключи, пожалуйста, эту голограмму вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, плантами, конвекторами. Выведи это все из биополя ее полностью. И как все выходит, отправляя силы моего намерения в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Эта голограмма подключена к ней за шею каким-то обручем, шипами. На ногах такие же. Сейчас узнаем. Лоб. В этих местах обручи. Вот она их и чувствовала. Хорошо. Готово. Отлично. Сканер просканирует сейчас полноту души Светланы на настоящий момент. Она говорит, у меня дырка внутри, пустота. Не беспокойтесь. 78% души у нее. Хорошо, 22% нам не хватает. Даю команду сканеру. На счет 3 сканер сканирует пространство над головой Светланы под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Светланы, находит все. Неарахноид. Ящер. Голограммы. Ящер. Отлично. Лизард. Лизард. Инкуб. Бес. И он говорит, ее все бесит. Все. А я что, спрашивал беса о чем-то? Ты будешь отвечать на мои вопросы, когда я буду спрашивать бес. Тебе это понятно? Это не прогулка понятно. Сюда. Какой у нас бес? Сколько у него герц? 8. Хорошо. Больше никого нет? Нет. Считай цифру ящера над головой. 401. Хорошо, ящер. Я тебя слушаю внимательно по поводу этого массивнейшего воздействия твоей конструкции, которую ты установил в ее биополе. У тебя есть основание, у тебя есть контракт с ней? А зачем мне контракт с ней? Она и так мне подвластна. В каком плане? Она тебе должна что-то? Должна. Что? Подчиняться. Ящер, я смотрю, ты реально не понял, куда ты попал, да? Я тебе даю второй шанс отвечать на мои вопросы. Я все 3 раза задаю вопрос. Какой вопрос ты задаешь? Сколько ты лет находился в этом биополе с этой конструкцией? 7 лет ты зашел без основания, без контракта. Правильно? Я приказал. Правильно. Приказал что? Подчиняться. А почему ты ей приказываешь? Кто ты такой? Ящер. Ой, господи. В моих руках появляется шар живой плазмы. 1, 2, 3. Хорошо, ящер. С этого момента ты будешь подчиняться мне. Тебя такой расклад устраивает? Или я тебе сейчас это в рот засуну? Не спеши так. Ты посмотри, как изменился у нас тон. У меня еще много есть фишек разных для ящера. Кто ой, ты такой? Как... Откуда ты держишь такое? Вот представь себе, откуда, если у меня это есть. Я тебе сегодня объясню, кто кому будет подчиняться, ящер. Тебя не должно быть здесь, уходи. Ты меня надоел. Ладно, дай ему удар спиралью в горло. 1, 2, 3, удар. Убираю шар, входит в меня. От него свист идет такой. Хорошо. Хрип. Вот свист. Это тебе первое и последнее предупреждение. В следующий раз я достану живую плазму, и все. И на этом заканчивается с тобой дискуссия. Если ты, паразит, еще раз посмелишь таким, в таком тоне мне рассказывать о приказах. Я тебя найду. Ты меня уже не найдешь, потому что ты никуда не уйдешь. На этом заканчивается твое существование. Кроме того, паразит, ты сегодня получишь полностью, всю назад, всю эту боль, который ты причинил Светлане. Ты знаешь, сколько здесь генералов стояло, ящеров? И как жалко они выглядели. И сколько из них дожило. Не знаешь. Поэтому держи свой рот закрытым, пока я тебя не спрошу. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы. Все будут на них отвечать. Даю команду тонкой копии Светланы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены низкой вибрационной энергии в ее биополе. Каналы выстроились в сущности, каждый подходит к своему каналу.
Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Кале. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Выстраиваю канал прямой от Светланы к конструкции ящера. 1, 2, 3. Реверсом отдаю все негативное, патогенное, низковибрационное, что пришло из этой конструкции. Пошел поток, усиливаю все в 50 раз. Сколько находился Лизард в этом биополе? 4 года. Сколько находился арахноид? 20 идет цифра. 20 лет? Да. Арахноид. Верхняя чакра, он на голове. Вот у нее как раз проблемы были с головой. Это ты сдавливал ей голову? Он не сдавливал, он там помещался. Расширял, наоборот, ее. Как она ощущала на физическом плане твое присутствие? Головокружение, тупая боль. Постоянное присутствие. Вот это она ощущала. Хорошо, рахнует. Ну, смотри, чтобы с тобой давление не случилось. Давление. Да. Головное. И почему ты так на нее? Черепное. И чем объяснить это все? Он вырос. Он вырос, и ему надо больше места. Ну, больше, понятно, энергии. Ему надо. А ему лапки нужны все, которые он имеет? Или может половину у него забрать лапок? Все нужны лапки. Ну, а ей нужны были все ее энергии. Ты 20 лет кормился в ней. Ты что, не синхронизирован. Ты понимаешь, что ты сегодня можешь получить откат этой всей боли, которую ты за 20 лет ей принес? И что от тебя останется? Он показывает, у него паутина там, он заберет. То, что ты заберешь, это меня вообще меньше всего беспокоит. Спрашиваю всех присутствующих, кто еще присутствует в ее квартире, где она сейчас проживает. Бес присутствует. Еще кто? Арахноида есть. Арахноид, бес. Больше никого, да? Ну, Лизард, понятно. Сколько находился инкуб в этом биополе? 2 года. И бес, сколько ты находился в этом биополе? 4 года. 4 года. Отлично. Как у нас с реверсом, Вера? Закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Светлана забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Светлана себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усилию потоки в 50 раз. Пока идет реверс, обращается к Светлане. Светлана, вам легче уже? Душа вернулась. Хорошо. У меня еще один вопрос к вам. Вы очень долгое время испытывали эти негативные энергии, эти боли. Вы хотите вернуть всю свою боль назад тому, кто вам ее причинил? Хочу, все до капельки. Отлично. Мы дойдем до этого места, и я это все организую. Закончился реверс. Отлично. Начинаем тогда с Лизарда. Лизард, где ты находился в сердечной чакре? Да. Выходи, вытаскивай свое гнездо, все, что ты там оставил, вытаскивай, все свои энергии. Возвращайся назад, докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проведена сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, специально или не специально, он просто сгорит по каналам. Я вас предупредил. Он скреб там у нее, как копал. На сердце, да? А, да, она заводилась. Хорошо, Лизард. Мал клуб, но вреда приносит немало. Достал все. Достал. Хорошо, инкуб, твоя очередь. Выходи, вытаскивай, отключайся полностью, ничего не забывай. Приступай. И возвращайся на место. Мне нравится, как она смеется. Инкубу? Да. Накидка у него есть. Как эта накидка воздействовала на окружающих Светланы? Что они видели в ней? Злую старуху. Злую старуху. Хорошо. Вот так вот работает накидка. А инкуба. Смех мой. Серьезно? То есть она как-то особо смеется или как? Нет, он имеет в виду, что видели злую старуху, потому что все ее положительные качества, смех, он прятал, он забрал их себе. Ах, вот как. Они не были заметны. Все понятно, хорошо. Но люди просто ее не воспринимали или воспринимали. Симпатию забрал. Симпатию, хорошо. Возвращаем. Все снял. Идем дальше. Лизард, инкуб, все забрали. Арахноид, выходи. Вытаскивай всю свою паутину, все иголки вытаскивай, все, что ты оставил, гнездо свое, все энергии, ничего не забывай, возвращайся назад, если хочешь остаться целым.
У него шар такой сплетен на голове. Коронная чакра. Готово? Хорошо. Сканер просканирую. Осталось что-то еще на чистоте ящера. Биополе Светланы. Нет. Бес. Хорошо, бес еще у нас остался. Бес, скажи мне, где лярва находится в биополе? Горло, поясница и ноги. Откуда в горле? От конструкции. Понятно. Хорошо. Хочешь получить эти лярвы? Хочу. Сначала выходи, вытаскивай все, что ты оставил на месте, доложи, что ты все снял. Я дам отдельную команду. Приступай. На руках у нее какие-то повязки от беса. На ногах снял. Ну, это он дергал за них, когда ему надо было. Хорошо, бес, разрешаю тебе забрать все лярвы. Ничего не забывай, возвращайся назад. Приступай. Готово. Даю команду на рассинхронизацию Светланы с арахноидом, ящером, его конструкцией, лизардом, инкубом и бесом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. И даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо. Сейчас я буду отпускать беса, инкуба, лизарда и арахноида. Арахноид с бесом я вам рекомендую. У нас нет сегодня заказа на чистку квартиры Светланы. Но если он поступит, мы через 10 минут будем в этой квартире. Если я вас там встречу, если вы добровольно не соберете все и уйдете на свою чистоту, то я вас притяну по вашим артефактам и по вашим энергиям. Вам это понятно? Да, понятно. И передайте тем, кто находится в квартире, что я их сегодня не трогаю, но это может завтра измениться. Хорошо. Открывается внизу портал на чистоте беса. 1, 2, 3. Бес забирает все, что он принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, печатаю, растворяй. Есть. Хорошо, инкуб. Ты хочешь со мной второй раз встретиться? Нет, не хочу. Значит, больше не приходи к этому человеку. Тебе это понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо, Лизард, повторяться не буду. Ты все понял, да? Понял, да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Лизарда. 1, 2, 3. И Лизард забирает все, что он принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, Светлана. Все, которые меньше всего принесли вреда, ну это, конечно, относительно, я отпустил. Вы хотели вернуть всю свою боль, у вас арахноид 20 лет сидел, и ящер, который вам приказывал, вот этот барин, стоит здесь, и который заслужил все, что он дал вам получить назад. Вы готовы сделать ему откат обоим? Готово. Хорошо. Выстраиваю прямой канал от Светланы к ящеру и прямой канал к арахноиду. 1, 2, 3. И по этим каналам Светлана отдает всю свою боль, все, что она получила от них, с момента их пребывания в ее биополе. 1, 2, 3. Пошел назад. Мощный поток. Вся эта боль, все эти энергии, все эти негативные чувства они испытывают на себе. Все, что дали, получили назад. Реверс идет в течение 1 минуты. За 1 минуту возвращаем все назад. Пошел мощный поток. Ящер, он как надувается. Он и так какой-то бесформенный, как попорышки больше становится. Он это его вздулся. Проблема. Это его проблема. Все, возвращайте назад, Светлана, всю свою боль. Каждый получает то, что дал, и ощущает на себе. Да, будет так, а так и есть. Арахноида у него там, где глаза, это голова, наверное, у него там сильное давление. Как и у нее было от его присутствия. Готово. Хорошо. Отстегивайте канал на счет 3. 1, 2, 3. Отлетает. Открывая воронку в галактическое ядро. Канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо. Открывая наверх. Арахнует. Если я тебя еще раз увижу, ты уже никуда не уйдешь. Тебе это понятно? Да. Открывая наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Вышвыриваю его на его чистоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Ну что? Командир, желающий меня найти. Я все еще здесь. Отпускай меня. Куда тебя отпущу? Ты что? Ты нарушил столько законов мироздания. Единственное, куда ты можешь уйти, это только в два места. Или в галактическое ядро, или в межгалактическую полицию.
Куда ты хочешь уйти? У тебя есть выбор. У меня свое мироздание. Открывай мне портал. Ты так и не понял. Тебе что, еще одну спираль в горло вставить? Паразит. Нет. Хорошо, Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Слушай. У меня здесь ящик 401 с конструкцией. Страшнейшее воздействие на человека. Он получил откат от Светланы, на которую он воздействовал. Он очень арогантно себя ведет, считает, что все должны ему подчиняться. Я ему попытался объяснить, что это не совсем так. Я хочу тебе его сдать. Конструкция стоит в клетке. Раз хочешь, примем. Благодарю тебя. А что он такой раздутый? Вот он получил за 7 лет откат от Светланы. Они меня мучают. А, жалуются? Хорошо. Да, да, мучают, конечно. Цивилизации ящера напали. Помощь, помощь, помогите. Ящер, отсюда звуки никуда не уходят. Ты сегодня будешь... Отлично, хорошо. Конструкция стоит, да? Да. Они меня мучают. Открывая под конструкцией воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Посмотри, Вера, чисто у нас в клетке или что-то еще осталось? Чисто. Подчиняться ему буду. Кусок ящера. Поехали дальше. Поехали по частотам. Переходим к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Светлана должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да, она выражает намерение. Я говорю вслух, ее тонкая копия пусть повторяет за мной. Договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. У нее проклятие есть. Проклятие выходит и летит в клетку тюрьму. Она как кол. Здесь картинка идет. Она была палачом. Она была палачом в прошлой жизни? В одной из прошлых. Это Римская империя. То, что сейчас показывает. Проклятий было много. На нее, да? И осталось вот этот кол, да? На кол садила она кого-то. Какой кошмар. Вот она ищет какой-то кол. Хорошо. Где находится сейчас это проклятие? В клетке? Да. Картинки разные идут. Колья торчат, на них люди висят. Умирают медленно. Прощение она должна просить у них. Давай сделаем так. Все фантомы, обращаясь ко всем высшим я, тех людей, которые погибли от руки Светланы, прошу представить здесь в виде фантомов. Информация идет, что жизнь не исправишь. Тот, кто умер, их нельзя воскресить. Это верно. В той жизни имеется в виду. Понятно. Жизнь была закончена. Это верно. Но осталось высшее я, у которого сейчас, можно... Подожди. Идет информация ей, что вот эта злость, которая в ней скопилась тогда, да, когда она была палачом, частицы ее до сих пор остались на сегодняшний день в ней. Вот от этого она должна избавиться, от внутренней какой-то злости, которая вспыхивает в ней. Когда просит прощения, с этим прощением должна выйти эта злость. Хорошо. Нам надо знать, у кого просить прощения. 7 фантомов. 7 фантомов. Хорошо, Светлана. Вы понимаете ситуацию, в которой мы сейчас оказались? Вы оказались? Страшная ситуация. Хорошо, Светлана, у вас есть сейчас, возможно, единственный шанс не только в этой жизни попросить прощения у этих душ за то, что вы сделали. Найдите правильные слова. Если они вас простят, это проклятие уйдет. Вы готовы попросить прощения у них? Да, готова ради своей души. Пожалуйста. Спасения своей души. Пожалуйста. Никакого нет здесь оправдания. Но каждая душа проходит разный опыт. Видимо, это был мой жизненный опыт. Я от всей своей души и своего сердца прошу прощения. И с этой просьбой выплескиваю всю злость из своей души, из своего сердца. Да, будет так, а так и есть. Я обращаюсь к этим душам, которые у нас здесь присутствуют. Будут ли они так великодушны? Простят ли они ее? Они прощают, потому что они начинают светиться. И им очень важно, что душа осознала это. Это главное для них. Отлично. Все светятся. Они согласны с аннулированием?
этого проклятия. Согласна. Да, будет так, а так и есть. Аннулировано. Когда душа осознала, значит, оно аннулировано. Я благодарю эти души, благодарю их высшее Я. Посылаем искреннюю энергию любви и благодарности и желаем им всего наилучшего в их развитии. И они уходят сейчас все на свою чистоту. Благодарю их. Готово. Кол остался у нас? Остался. Хорошо. Мы можем из кола что-то забрать? Нет, он пустой. Открываю под колом воронку в галактическое ядро 1, 2, 3, и он уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. А где у нее кол торчал, Вера? Забыл спросить. А у нее не торчал, он вышел. Он в ней находился? Он в виде кола вышел, само проклятие. Она внутри была, все понятно, хорошо. Ну что ж, поехали дальше. Активации души. 1, 2, 3, пошел процесс. У нее душа активируется, проходит по всем чакрам и заживляет все больные места. Отлично. Она как теплом наполняет их. Готово. Хорошо, Светлана, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? У меня очень разные чувства. Я не знаю, как это описать. С одной стороны, я чувствую пустоту и легкость внутри, а с другой стороны, я чувствую наполнение энергиями. Они очень приятные. И то, и другое правильно. Так и есть. Вы пустая от интерферентов, и одновременно вы чувствуете свои энергии, родные энергии, возможно, первый раз вообще в этой жизни. Мне радостно. Замечательно, мы очень рады. Не забывайте о чистке квартиры, чтобы ваше пространство было чистым, потому что мы сейчас возвращаем вас в квартиру, которая не чищена, там есть порталы, возможно, безусловно, какое-то подключение. Работайте над собой, администратор наш перешлет вам рекомендации после сеанса, и на этом месте будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Светланы в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта,